Привет! Сейчас я вам расскажу прикольные и классные анекдоты. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем хорошего просмотра! Сидят три бабульки, и первая бабулька поет «Миллион, миллион!» Вторая бабулька поет «Из окна, из окна!» Ну, а третья поет «Нас не догонят!» Мимо проходит почтальон, и первая бабулька поет «Миллион, миллион!» Почтальон говорит: «Ха! И где ж вы столько денег-то возьмете?» А вторая: «Из окна, из окна!» Почтальон рассердилась и говорит: «Я сейчас полицию-то на вас вызову!» А третья бабулька: «Нас не догонят!» Разговаривают два фермера, и один другому говорит: «Слушай, а что это у тебя петух-то в штанах ходит?» «Да, жена кипяток пролила, всю жопу ему сожгла. Вот, видишь, решили мы ему штаны шить, чтоб лишний раз не замерзла». «И что, до сих пор перья не растут?» «Да перья растут. Ну так-то правда прикольно смотреть, как он одной лапой курицу держит, а второй лапой штаны снимает». Учительница заходит в класс, а на шее у нее кулончик в виде самолетика. В течение урока Вовочка так пристально смотрит, смотрит, глаз не отводит. Учительница не выдержала и говорит: «Вовочка, ну что тебе, самолетик понравился?» А Вовочка говорит: «Нет, аэродром!» Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Также хочу сказать, присылайте мне свои анекдоты. Помимо YouTube-канала, вы мне можете присылать свои анекдоты TikTok, Instagram, также Одноклассники. Всем пока-пока!